Приветули, небольшое обращение перед началом ролика. В связи с тем, что сейчас происходит с Ютубом и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Boosty, группу ВК или Telegram. Либо на что-то одно, либо на все вместе, как хотите. На Boosty есть контент и сейчас, но если вдруг будет плохо с доступом и вам не нравится, допустим, ВК, на котором 2 года уже дублируются все реакции, я буду публиковать в открытом доступе, так же, как на Ютубе публикую, но на Boosty. А в телеге просто новости, чтобы вы знали и были в курсе дел. Большое спасибо за внимание, приятного просмотра. Ребята, прикиньте, тут есть радио. Понял? На съемках, наверное. Наверное, я не знаю. Ну да, там вон камеры и прочее. Я возьму тебя на море, возьму тебя на пляж, возьму туда, где солнце, сам понесу багаж. Там тысячи историй. Такая ласта огромная или что? Я что-то не понимаю. А lo que yo vine fue a esto. Мне нравится такой. Нашел выход из ситуации. Но воровство тележек из магазинов осуждаю. Да. Что-то такое. Машина против зомби. Это зомби Долориан. Okul bana vermez para, dokunma hayatıma yok yoklama. Cebindekini istemez, herkese benden mes. The gun or drive by, the leho gun. The chair on my tie, with the break dance. So put the sci-fi, keep the vibe on. Pistol yellow gun, no metal gun. Патя, просто срань. Сучара! Опа, отпихнул ты, ля! Да, они вот такие. А это наши подписчики на Boosty, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Boosty в описании. А, я не понял сначала, теперь понял. Защита. Да, это лето было жарким. Почему она Сусана? Это что, это он? У кого в детстве такой херни не было, когда начинали выпендриваться? Я думал, он сам себя ударит. За бесконтактный бой. Он просто танцует. Ну нормально. Hace mucho tiempo los hombres cazábamos mamuts de 6 metros. Y ahora le tenemos miedo a una fiera de 1.50, ¿no, señor? Видать, на их планерке очень интересно. Ага. Испугалась. Очередная дрянь, понятно. Вопрос. А, да. Да, это мы видели. Go, 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 go.
А чего она ожидала? Вопрос, почему он в носках? Это, скорее всего, не носки, а специальные тапки для купания, чтобы себе лапки не наколоть. Такие силиконовые. Зачем он надел силиконовые носки? Ну, они обычно прозрачные. Выглядит, а может, как просто на... выглядит реально как носки, потому что он в трусах, очевидно. А может и нет. Ну ладно. Хорошо вошла. А что она ожидала? Опа-па. Ауч, это выглядит больно даже для женщины. Может, ему у него какой-то особый кайф от этого? Видимо. Просто он такой довольный. Одиме, 3, 4. Это неправильное отжимание. Оп, ёп. Фига, сколько струн. Oğlum sen daha uyanmadın mı? Hii, ney lan buranın hali? Bu su ne? Oluyor ya. Hava sıcaktı, bir su ekledim ya biraz. Hava sıcaktı, bu örtü ne alaka? Sonra hali de üşüdüm tabii. Relax. Водный матрас был, что ли, и он порвался? Походу. Алло. Что, лава? Лава. Что бы? Что? Что? О, смотри. Отвлек. Не мешает даже. Жаль, с котами так нельзя. Это просто Настя. Да, это я. Итак, уважаемые, 18:00, мы закрываемся до завтра, до утра. Здравствуйте, а можно я быстренько проскочу? Окей, проходите. А мне тоже можно. Я натуральный. Проходите. Всем привет! Ну, мы же договаривались, после 18 ни капли. Ой, да ладно, я же для здоровья. Ладно, окей, проходи, только быстро. Заходите. Так, на этом рот закрывается. Боже мой! Мне надо зайти. Нет, 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 вам точно нельзя. Надо срочно оттуда. Нет. Я за пиццей буду. Нет, рот закрыт до утра. Не, малыш, ты не понял. Я с чайком заскочу. Алло, мозг, что происходит? А, сегодня воскресенье. Ладно, проходите. Только помните, рот будет закрыт с понедельника с 18:00. Не переживай, я там все нейтрализую. Мы обязательно похудеем. Да. Квасика. Да. Хорошо. А. А там есть фиксатор на месте? А то как-то странно, если нет фиксатора. Ну, вообще очень странный, как-то, ну, очень странный способ этого крутения велосипедных педалей. Пальцы? А, да. Это мы видели. Для коррекции. Куча больших пальцев. Глупая ты куриная курочка, ты еще живой, нельзя, рано, одумайся. Хочешь яичницы, да? Причем залипает, сидит же. Видимо, греется рядом с огнем. Обосраться.
никто не услышит, что ты там делал. Ну да, кстати. День, и не больше, только дольше этот день без тебя. Я... Ну, вообще, котикам эту рыбку в принципе нельзя, она слишком соленая. Я сказал, что заниматься машинами стресс. Мне 18, я чувствую себя прекрасно. Быть взрослым круто. Я сидел дома, играл в приставку и понял, что я хочу мороженое. Я собрался и пошел в ближайший магазин, чтобы купить что-то, что действительно меня порадует. Спасибо за просмотр. Увидимся.